Мы очень рады вас всех здесь видеть, и я надеюсь, что мои англоговорящие коллеги все слышат то, что я говорю. Галь, давайте мы спросим их, чтобы они подняли руки, что они слышат, да? Ага, ага, отлично, все, угу. Отлично. И у нас, потому что двуязычная аудитория, и мы понимаем, конечно, что главное все-таки в России все должно быть для нас, но пусть им тоже будет хотя бы немножко перевода. Потому что, конечно, мы здесь берем в основном опыт пока тех людей, которые раньше и дольше начали заниматься тем, что мы начинаем применять, но мы уже на сегодняшний день имеем опыт, которым тоже можем поделиться, и вы видите замечательный российский опыт. И мы надеемся, что наши американские коллеги увезут что-то из этого опыта с собой тоже. У нас сегодня очень такая, ну, мне кажется, хорошая секция, потому что у нас есть Кейтлин Мо Тейлор, и я рад ее здесь видеть и рад, так сказать, вам ее, собственно, представлять. И два слова про Кейтлин я скажу, она поправит, если я что-нибудь скажу неправильно. Кейтлин – эрготерапевт. Это специальность, которая у нас только начинается, и официально ее пока нет. И такой зверь нам неизвестный. Вот. Но, соответственно, она не просто эрготерапевт. И мы очень рады, что она человек, который совмещает в себе эрготерапию и знание поведенческих подходов. Потому что на самом деле это как две таких плохо пересекающихся области. Многие люди, которые работают с сенсорной интеграцией, с эрготерапией, ничего не знают о поведенческих подходах, и многие поведенщики не очень заботятся о, собственно, естественном контексте, о чем-то таком. И мы стараемся в наших программах все-таки использовать тех людей, которые как бы вот имеют обе стороны этой медали в своем опыте и которые могут говорить о разных вещах. И, собственно, Кейтлин, она работает в университете Нью-Мексико в Центре нарушений развития. И у нас есть, на самом деле, одна из руководителей центра вот этого штата Нью-Мексико здесь, ПАТ. Она будет выступать в один из дней на пленарном заседании. Ну, здорово, что она сегодня тоже с нами. И Лориан, которая также вот в лагере работала, психолог из университета Нью-Мексико. Я дальше передам слово Кейтлин, чтобы она начала вводную часть, а потом она мне снова даст возможность еще немножко поговорить с вами от себя, а не просто переводить. Угу. All right. Thank you, Slava, I think. Спасибо, Слава. Ну, это так с сомнением, да? Thank you all for coming. It is such an honor and a pleasure to be here again in Russia. Спасибо вам, что вы пришли. Это такая для меня честь и радость быть снова в России. Things I love about Russia is that I never know what the weather is going to be. Что я люблю в России? Никогда не знаешь, какая будет погода. I never know how many people you can fit in your elevators. Никогда не знаешь, сколько народу вобьется в ваш лифт. And I really never know what the food is until I eat it. И не очень понятно, что это за еда, пока не начнешь есть. But I love surprises. Но я люблю сюрпризы. So it is a pleasure to be here. Это очень большая честь для меня и радость быть здесь. And a true pleasure to look out and see people who I have experienced the camp magic with. И это такое огромное удовольствие видеть людей, которых я уже видела у нас в нашем лагере и которые знают про магию лагеря. I love it that Lorianne has come with me to talk about peers and siblings. Я очень рада, что со мной вот в этот раз приехала Лориан, и она будет рассказывать вам про сверстников и братьев и сестер. I love it that Pat is here because she has never been to Russia and she hasn't really, she's been on the outskirts of camp, but a big supporter of camp. Ну, и она очень рада, что Пэт здесь, потому что она никогда не была в России, с одной стороны, а с другой стороны, она вот в лагере очень сильно нас поддерживает в Америке, как начальник нашего центра. And it is an honor to teach with Slava. И это для нее большая честь учить вместе со Славой и Таней. I feel like we have learned together over the years. Она думает, что мы вместе учимся с годами.
about what practices really work with kids with autism and adults with autism. И учимся тому, какие именно методы работают с детьми с аутизмом. Which ones kind of work, but only in certain settings. Какие работают, но не всегда и только в определенных местах. And which ones really don't work at all. А какие вообще не работают? And so today we are going to talk about our Summer of Purpose program. И сегодня мы поговорим про наше лето со смыслом проект. And what we've done with Summer of Purpose. Вот что мы на самом деле с летом со смыслом сделали. Is we knew what strategies can help people with autism learn. Мы знаем, какие стратегии помогают людям с аутизмом учиться. We knew how to deliver that message to teachers and psychologists and speech therapists. И мы знаем, как учить этому психологов, логопедов, специальных педагогов. But we weren't sure how to help them really sustain and change the way they practiced. Но у нас нет не было достаточного понимания тому, как вот эти знания сделать в головах устойчивыми и применяемыми регулярно. And that's where camp came into the picture. И вот тогда у нас в голове возник лагерь. Because it became a place where there were children with autism. Потому что это такое на самом деле место, где есть дети с аутизмом. That you could really learn to practice what you just learned about the day before. Где вы можете на самом деле попробовать то, чему вы вчера научились. Because Slava and I have studied a lot. Потому что мы тут со Славой много всего изучаем. And we know that what we want to say is great information for you. И мы знаем, что то, что мы вам собираемся сказать, это замечательная информация. But your greatest teachers are our people with autism. Но на самом деле ваши главные учителя – это люди с аутизмом. And a lot of times it boils down to us as trainers coaching you along the way. И на самом деле это те лучшие тренеры и наши как бы вот коучи, которые нам помогают те знания, которые мы знали, вот, лучше усвоить. So our objectives today, наши цели сегодня. Does that say objectives? Yeah. Our great are going to be to describe the benefits. Мы хотим еще раз перечислить преимущества. To share with you the 8 evidence-based practices that we believe can help a person with autism learn in any setting. Обсудить стратегии поддержки для людей с аутизмом, которые, как мы уверены, могут работать в любом окружении для человека с аутизмом, помогать ему учиться. Then we're going to have our Russian colleagues come up and share with you a camper that they've met. А потом на сцене появятся наши русские коллеги, которые расскажут, как эти стратегии работают в их лагере. And how did that person with autism, that camper? И как конкретный человек с аутизмом, вот участник лагеря, benefit from these evidence-based practices. Смог получить какую-то пользу от применения вот этих вот научно доказанных стратегий. Some of you are family members here. У вас есть члены семьи, у кого-то of people with autism. Но есть ли у кого-то из вас родственники с аутизмом? We are so pleased to have you. Мы очень рады, что вы здесь сегодня с нами. You are the experts on your children. Вы лучшие эксперты по вашим детям. We will have ideas. У нас есть идеи. And you want to be thinking of those ideas as how that could work for your particular child. А ваше дело подумать об этих идеях, как они могут работать для ваших конкретных детей. And we want you to know that camp is one setting. И мы хотим, чтобы вы знали, что лагерь это всего лишь одно место. But Slava and I and Tanya's dream. Ну вот, и Таня, и Слава, и Мо, у нас одна мечта.
is that camp is the training avenue. Что на самом деле лагерь это просто такое место учебы. For people to learn skills to use in a variety of different settings. Чтобы люди учились новым навыкам и могли их использовать в разных самых местах. And it's just worked out in Russia that it's been actually working. И мы на самом деле теперь знаем из нашего русского опыта, что это правда работает. And so we are going to hear from some great people who've done some great things. И мы послушаем сегодня замечательных людей, которые делают очень просто замечательные вещи. So Slava is going to tell you a little bit about the Summer of Purpose. Ну, Слава немножко вот вам расскажет вообще про проект «Лет со смыслом». And then I'm going to come in and talk a little bit about those 8 evidence-based strategies. А потом Кейтлин расскажет про вот эти 8 стратегий. And then we will hear about 4 different individuals. А потом мы послушаем про 4 разных ребят. Who have attended 4 different camps in Russia. Которые были в 4 разных лагерях в России. Да, теперь я опять. That's your slide. Ну, давайте немножко, буквально несколько минут я вам расскажу про то, как идея эта появилась. Она появилась, когда мы с Кейтлин сидели в такси в пробке в Москве, и нам нечего было делать. И мы думали о том, что же еще можно такого придумать, чтобы помочь людям быстрее вот эту вот довольно сложную информацию получить и попробовать. Потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что у нас не хватает мест, где реально используются современные стратегии, основанные на доказательствах, и куда люди могли бы прийти и просто вот посмотреть, как это используется, и пожить с этим. И пришла идея, что вот есть вот замечательный лагерь, он находится в штате Нью-Мексико, недалеко от города Альбукерке. Если вы смотрели сериал «Во все тяжкие», это вот как раз вот про то самое место. Но это дальше в горы, и это очень красивое место, и там прекрасная природа. Но и есть лагерь, который на самом деле похож на наши какие-то загородные, в общем, такие же места отдыха. То есть там есть несколько домиков, там есть стадион, там есть зал, там есть такой ангар, типа, где можно заниматься спортом во время дождя, есть открытый бассейн, ну и, в общем, и все. Несколько дорожек и лес вокруг. И, собственно, в этом туда на 2 смены выезжают дети. Первая смена – это для детей помладше, школьного возраста, а вторая смена – это для подростков и молодых ребят, взрослых. И выезжают, что для нас было на самом деле необычно, и мы не сразу даже поняли идею, зачем. Выезжают без родителей. Но, собственно, понятно, что смысл-то этого очевиден, чтобы быть больше независимыми, чтобы попробовать то, что никогда в жизни до этого не пробовал. Ну, и нам это представлялось какой-то немножко искусственной конструкцией, пока на самом деле мы глубже с этим не познакомились и не узнали, что это очень все здорово отструктурировано и связано с обучением персонала, который в этом участвует. И надо сказать, что, вот Кейтлин об этом не сказала, это большая часть как бы, вот, работы университета и центра по нарушениям в развитии штата Нью-Мексико, потому что там очень много будущих логопедов, будущих педагогов, будущих психиатров, будущих неврологов, будущих эрготерапевтов, которые, собственно, работают помощниками в этом лагере. Это большая часть их обучения. И на самом деле это очень важная часть обучения, которая дает им практическое понимание. Нам всем легко сказать родителям «иди и сделай». Гораздо сложнее на самом деле показать вообще, что делать. А вы сами пробовали помыть человека, который не очень вас слушается и не очень вас понимает? А вы сами пробовали накормить человека, который, может быть, боится есть в новом месте? А какие стратегии можно использовать? И это очень важный опыт
как для этого человека, которому нужно быть в новом месте, с хорошими, добрыми людьми, так и для тех взрослых, ну или специалистов, условно говоря, потому что они не обязательно все специалисты, там много волонтеров, которые просто хотят от чистого сердца в таком деле поучаствовать, которые, собственно, рядом и, собственно, могут сделать что-то. И вот мы это придумали, и нам даже удалось убедить фонд «Обнаженные сердца» сделать благотворительный забег, из которого, собственно, вот эта вот идея стала финансироваться. И мы провели первый конкурс. Это было для нас таким большим событием. И отобрали несколько площадок, которые смогли отправить двух человек в Америку. И, соответственно, один человек играл роль условного администратора, который учился тому, как организован лагерь, и тому, какие активности для детей проводятся, и как это все, в общем, выглядит на уровне работы специалистов, и на уровне активности, и на уровне того, там, как организована еда, развлечения, все что угодно. А второй человек непосредственно работал с одним из достаточно тяжелых ребят, а это в основном были детки не очень говорящие, с большими поведенческими трудностями, вместе с американским сопровождающим. Ну, они вот здесь, собственно, называются консультанты и администраторы, потому что вот человек, который сопровождает ребенка в лагере, в американской терминологии называется консультантом. Это тот, кто рядом живет, ест, спит и, в общем, помогает в ежедневной активности. И вот это, собственно, был для нас такой большой опыт. Мы не знали, как это получится. У нас была масса страхов. Мы многому научились от этого первого года. Мы, в частности, больше никогда не будем создавать русский домик, да, потому что мы первый раз привезли и поселили всю нашу русскую команду отдельно. И это... И вот, никогда больше не будет русского домика. Не, потому что нам нужно интегрировать культуры. И мы хотим, чтобы люди общались, и мы хотим, чтобы люди на самом деле учились тому, что происходит с детьми, а не только, в общем, находились внутри своей культуры. А когда, собственно, люди не очень комфортно себя чувствуют с иностранным языком, им сложнее, если у них есть возможность. Ну, мы все немножко в душе стараемся себя обезопасить от трудностей, поэтому если есть человек, который понимает на моем родном языке, я скорее буду с ним общаться, чем с соседом, с которым может быть посложнее. Поэтому, собственно, мы изменили стратегию, мы теперь не делаем вот какого-то русского домика, а те люди, которые приезжают в этот лагерь американский, они живут непосредственно вместе с остальными американцами. Поэтому одно из условий для участия в этой программе – это хоть какой-то базовый английский. Мы не требовали каких-то продвинутых навыков, но для тех, кто жил вместе с ребятами в домиках, понятно, что нужно было понимать, когда тебя будет, зачем тебя будет, да, в общем, в домике. И, соответственно, это получилось очень успешным, и нам удалось убедить фонд «Обнаженные сердца» это дело продолжить. И, собственно, у нас возник второй год проекта, в котором получились два уже этапа. Первый этап – это точно такой же конкурс мы провели второй раз, когда мы отобрали площадки, которые, собственно, отправили одного консультанта и одного администратора. И, собственно, условие-то какое? Вы съездите, посмотрите, но этого недостаточно. Вы должны сделать такой же лагерь у себя по такой же модели. Не просто там, как вы делали, семейного типа или еще чего-то такого же, а сделать такую же модель, попробовать, как она работает, и отчитаться о том, как это помогает вашим детям. И очень-очень-очень у нас все получается успешно в этом смысле. К этому мы добавили вторую штуку. То есть на первый детский лагерь мы по-прежнему вот привезли второй год уже людей, которые работали и консультантами, и администраторами. На вторую часть подросткового лагеря мы взяли тех людей, которые были в первой программе и которые справились лучше всех. И мы взяли их уже на другой уровень. Мы взяли их на уровень участия в поведенческой команде. То есть наши русские специалисты бегали хвостом, они так и назывались у нас хвосты, за американским поведенщиком, который должен был справляться с трудностями. Ну, допустим, из какого-то домика по радио говорят, у нас трудности, мы не можем помыть, у нас человек очень заскучал по дому, мы не можем справиться, или у нас есть какое-то другое трудное поведение. И тут же, соответственно, Мо и Лориан, она бежит туда, потому что структура поддержки гигантская, очень много
собственно, ресурсов используется для того, чтобы всем было комфортно. Для этого, собственно, человек, у которого в голове есть знания, должен быть всегда доступен там, где его знания сейчас необходимы. И, собственно, вот наши русские коллеги, они хвостами бегали за американскими коллегами, а мы с Таней бегали за всеми и пытались им все это переводить. Вот. И мы даже, в общем, благодаря... Вот называли хвостами, да. И, собственно, для нас с Таней тоже был интересный первый опыт, когда мы использовали вот эти тургиды, когда в лесу, собственно, мы им в наушники как-то переводили. Но, по-моему, получилось интересно, и для нас очень интересный опыт. И самый главный опыт. Мы за неделю погружения, ну, это, наверное, банальная вещь, но нам с Таней было, конечно, удивительно это открытие. Получалось больше изменений в голове специалиста, чем за полгода семинаров. То есть человек за неделю погружался и начинал это просто реально использовать. Он просто использовал это каждый день и с конкретным человеком, а не слушал какие-то вот семинары, которые ему бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу кто-то рассказывает. А вот. Собственно, это я могу очень долго говорить, потому что я очень люблю этот проект, но вот у нас есть... другие спикеры, поэтому давайте быстренько вперед продвинемся. Значит, вот, собственно, небольшие цифры, 5 организаций в первый год. Собственно, количество организаций, оно ограничено емкостью американского лагеря, потому что мы не можем его разрушить, да, он не для нас сделан. Он сделан для тех ребят, которые приехали, в общем, там так же, как наши ребята с аутизмом, им надо, в общем, получить опыт независимости и так далее. Этот лагерь не сделан для того, чтобы научить Россию, как проводить лагеря. Да, к сожалению, вот было бы лучше, если бы они специально как-то для нас все изменили. Но они делают свой замечательный лагерь, и это у них хорошо получается. А, собственно, 5 организаций, потому что больше 10 человек, конечно, просто физически невозможно сделать, потому что нужно всем переводить, нужно помогать нам. Большая часть, в общем, супервизорской работы. Соответственно, на 2016 год у нас случилось опять также 5 организаций в детском лагере, как я уже говорил, и, соответственно, 3 организации попали на второй этап проекта. На втором этапе мы берем меньше организаций, потому что там еще более ювелирная работа, потому что, вы понимаете, за мной не может бегать 10 человек по лесу. Если за ней побежит 10 человек, то дети испугаются и, собственно, ничего не получится. Вот. Значит, это вот результаты, собственно, в цифрах, и мы очень рады, что у нас есть сейчас 162 семьи, которые, многие из которых впервые отправили своих детей без сопровождения родственников, и вы увидите примеры достаточно взрослых ребят, и это очень-очень-очень здорово, конечно. И здорово, что есть специалисты, которые уже теперь учатся не только в американском лагере, но и в российском. То есть у нас получается такой каскад, который быстро-быстро распространяется. И это прям удивительно даже. Ну вот, соответственно, это цели лагеря, и мы о них немножко поговорили. Это вот наша самая первая команда, которая попала в лагерь, американский лагерь восходящего солнца. И, собственно... Мы, so you will be talking about the goals now, yes? И вот это основное, что я вам хотел рассказать. И давайте наши американские коллеги тогда сейчас, да, я перевожу. I think that Slava and Tanya have done an incredible job selecting who comes to our camp. Ну, вот говорят, там Слава с Таней какую-то замечательную работу сделали, чтобы выбрать тех, кто приехал. And some people have... Я по-русски не бельмесы. And Tanya and I can do quite well together. А вот, однако, у нас с Таней все получилось очень даже неплохо. When we're trying to help somebody with autism. Когда мы пытались помочь кому-то, кому было в этот момент нелегко, человеку с аутизмом. And so I just want to say that I get to be here in Russia, and I'm so, so proud and honored. Я еще раз хочу сказать, что это так здорово, что мы вот это привнесли в Россию, я так этим горжусь.
But this training program that was put together has been put together by a lot of different people. Но вот эта тренинговая программа, ее составило много народу. Cal was the kind of the brains behind the administrators that learned a lot about how to run a camp. И вот Кел, она была как раз руководителем программы для администраторов, и она составляла и работала над этой программой. Stephanie and Maya were people who helped kind of train people in between. У нас были Стефани и Майя, которые помогали нам учить людей в промежутках. Lorianne and Lisa helped people understand about peers and siblings. Lorianne и Лиза, они учили, как работать с подростками и как работать с сверстниками. And Paul was the overall camp director. Еще у нас, конечно, есть Пол, который директор лагеря. And so as you can see, ну вот как вы можете видеть, we have some campers at our camp that need a lot of support. У нас есть ребята в нашем лагере, которым требуется много поддержки. These might be our campers that are nonverbal. Это могут быть люди, которые невербальны. They may need help with their toileting and their showering and their bathing. И им, может быть, требуется помощь с тем, чтобы пользоваться туалетом, мыться в душе. And it might be the first time they've been away from home. И это может быть вообще впервые для них, когда они уехали из дома. And so we need to figure out what, how are we going to support them for a week to have a successful week? И нам нужно подумать о том, что мы должны сделать, чтобы они целую неделю были успешны. So we start by using the 8 ways to support. И мы начали с использования 8 способов поддержки. You can see that we get around by a golf cart sometimes. Мы ездили на тележках для гольфа. We have horses at our camp sometimes. Есть и лошади, конечно, тоже, но не всегда. And that we have campers that actually fall in love with their counselors that live halfway across the world. Впали в любовь к нашим русским консультантам, которые работали с ними. So our goal is to not only teach you how to do things. То есть наша цель это не только учить вас, как что-то делать. But how to teach you how to think and believe differently about working with people with autism. Но также подумать о как подумать о том, как думать о людях с расстройствами аутистического спектра по-другому. It's really hard to measure that. Это очень трудно измерить. It's really hard to make that objective. И это очень трудно делать объективным. But what we're seeing is people like Tanya from St. Petersburg. Ну вот, например, видим Таню из Петербурга. We're seeing people like Tanya and Tanya and Tanya from Nizhny. Есть еще больше Тани, они из Нижнего Новгорода. We're seeing Nikita. Ну вот мы видим Никиту. We're seeing people who have changed their way of thinking. Мы видим людей, которые изменили свой способ думания. Taken it to their region. Они принесли это в свой регион. And then been able to help other people change their way of thinking. И они были способны помочь другим людям изменить их способ мышления также. Our goal is to train the trainer. И наша задача учить тренеров, тренировать тренеров. Our goal is not that everybody always come to Camp Rising Sun. Ну, потому что ведь не всегда все смогут поехать в лагерь восходящего солнца. Our goal is for people to go to different camps around Russia. Наша цель такая, чтобы люди могли приезжать в разные лагеря по России. And slowly that's happening. И медленно, но это получается. So here's Nikita. Это вот Никита. With Jack. С Джеком. Learning how to do bow and arrows. Они учатся стрелять из лука. I got to go to Nizhny. Я мне пришлось поехать в Нижний. And you guys in Russia use rifles. А у вас там винтовки даже выдают.
That was a little bit scary for me. Это было немного пугающе, когда вместо луков она обнаружила, что в Нижнем ребятам дают винтовку. So these are our 8 strategies. Ну вот это 8 стратегий. We have routines. У нас есть рутины. We have routines are doing the same thing in the same way each time. Рутина — это что-то, что мы делаем тем же самым образом каждый раз. So when our children come to camp, there's lots of routines we need to teach them. Когда ребята приезжают в лагерь, нам многим рутинам их нужно научить. The dressing routine. Одевательная рутина. The going to bed routine. Засыпательная. The getting your meal routine. Как взять свою еду. These are all different because they're in a different place. Это все разное, и оно в разных местах и еще и с новым человеком. And people often say to us, people with autism like sameness. И часто нам говорят, люди с аутизмом любят, чтобы было все. They like the same people. Им нравятся одни и те же люди, food, одну и та же еда, and the same routine, одна и та же рутина, same activities. И одна и та же активность. And then we say, well, come to camp. А мы им говорим, давай-ка в лагерь приезжай. We've got new people. У нас там новые люди. We even speak a little Russian. Они даже по-русски еще говорят. We've got new routines. У нас We've got new activities. Новые рутины, and новые активности. Think, ah, what are we doing? Что мы вообще делаем? And what we learned is never ever underestimate. И чему мы научились? Никогда, никогда, никогда недооценивай. Because children like Alex, who might walk around flipping his straws. Ну, у нас есть, допустим, Алекс, парнишка, который ходит со своей трубочкой и все время вот так делает. Or Amaya, who might walk around going, no, no, no. Или Амайя, которая все время ходит и говорит, нет, 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 нет. They got on a horse. Они в итоге ездят на They лошади. They got on a ropes course. Они ходят через по полосе препятствий, веревочный городок, как у нас называется. And so, don't ever underestimate. Не недооценивайте. We have routines. У нас есть рутины. We also have calming sensory input. У нас также есть успокаивающие сенсорные активности. Now, what we know about sensory input, вот что мы знаем про сенсорные is штуки. That we're all sensory beings. Мы все сенсорные существа. And although the research is telling us that sensory integration might not be an evidence-based practice, и сенсорная интеграция может и не самая основанная на доказательствах область знаний, setting a person up with appropriate sensory input Но если вы помогаете человеку с определенным сенсорным входом, is an antecedent-based intervention. Это то, как бы, что помогает вам предвосхитить будущие сложности. And we need people to be ready in order to learn. И нам надо, чтобы человек был готов учиться. We know reinforcement is an evidence-based practice. Вот уж точно, что практика, основанная на доказательствах, это подкрепление. Partial participation is something we use at camp a lot. У нас есть частичное участие, которое мы используем в лагере очень широко. And that's because we believe that not everybody's success needs to look the same. И это потому, что мы верим, что успех каждого может быть разным. And just because Alexander might be able to swing hugely on the big swing, и вот, например, Александр может качаться на огромных качелях очень сильно. And Noah can just get the ropes course equipment on. А для Ноа просто одеть только защитные снаряжения уже победа. That's successful for both of them. Но это успех для обоих из них. Time to process. Время на обработку информации. What we know about people with autism's brains. Что мы знаем про то, как про мозг человека с аутизмом? Is that their brain works different than yours and mine?
мы знаем, что они, их неврологическая система работает по-другому, не так, как у нас с вами. It doesn't mean it doesn't work well. It just works differently. Это не значит, что оно работает плохо. Оно просто работает по-другому. So we need to give them more time to find their language. То есть им иногда нужно дать побольше времени, чтобы найти их язык. We also use visual supports. Также мы используем зрительную поддержку. Visual supports is something you are all using right now. На самом деле, зрительная поддержка — это что-то, что вы все используете. Because you have this wonderful guide that tells you where to go. Потому что у вас есть вот это вот расписание, как бы. We have our name tags. That's a visual support. У вас есть штучки, это зрительная поддержка. You have your phones. That's a visual support. У вас есть ваш смартфончик, и там много зрительной поддержки. So we all use visual pieces to help us get from point A to point B. Мы все используем зрительную поддержку, чтобы которая помогает нам перейти из пункта А в пункт Б. And what we found at our camp is that our people with autism deserve visual supports too. И мы знаем, что в нашем лагере людям с аутизмом должна быть предоставлена зрительная поддержка. Sometimes you can walk around the world taking a person's hand with autism and pulling them here and here. Взять человека с аутизмом и таскать за руку туда и сюда и. But what we want is for that person to feel good about who they are. Но вообще-то мы хотим, чтобы человек с аутизмом чувствовал себя. And if somebody was dragging you around all your life, не просто чтобы его волочили за руку по его жизни. You're not going to feel really good about who you are. Ну вот вы же хотите себя чувствовать комфортно с тем, кто вы есть. A visual support was used for each one of the campers that you're going to learn about. И мы используем зрительную поддержку со всеми ребятами, о которых мы сегодня вам расскажем. We also structured the environment. Кроме того, мы структурируем окружение. Just like we have structured the environment for you. Ну, здесь же вот смотрите, мы для вас структурировали эту комнату. And that helped our campers know what was going to happen there. И это помогает нашим ребятам понять, что будет дальше. It also helped them know how long am I going to be here. А также дает им понимание того, как долго я здесь должен находиться. Because if we had you all come in and just shut the door. Если все зашли, дверь захлопнули. And we just gave Slava a microphone. Славе сунули микрофон. And you never knew when this was going to end. И никто не знает, когда все это кончится. You might feel a little anxious inside. У вас будет немножко беспокойство внутри. Right? So we all like to know what's happening. Мы все хотим знать, что происходит. And that's just what we're doing for our people with autism. И это то, что мы делаем для наших людей с аутизмом. What we need to think about is the way they understand things. А вот что мы должны делать, это каким образом мы помогаем понять им, что происходит через их глаза, а не чаще не через их уши. Our last evidence-based strategy. Последняя стратегия, основанная на доказательствах. Was a functional communication support. Это поддержка функциональной коммуникации. And we needed to know how to tell them what we wanted. И мы хотим, чтобы было понятно, как мы говорим. But we also needed them to be able to tell us what they needed. Но вообще-то хорошо бы, чтобы был способ у них сказать, что им нужно нам. And I think Russia is doing an incredible job teaching functional communication. И вообще в России все очень круто в области функциональной коммуникации. Вы молодцы, ее начали развивать. These are the routines that we would start establishing at camp. Ну вот пример рутины, которую мы используем в лагере. А и там было, собственно, This is a picture костер. Of partial participation. Вот эта картинка частичного участия. Could you please explain? I don't think it's clear why it's a partial participation. Oh, okay. What is a routine? Can you? Yeah. So я прошу Кейтлин объяснить, почему на картинке изображена та или иная стратегия.
So we were really excited that we got to have a fire, a real fire at camp. Ну вот у нас так круто в этом из-за не такое засушливое было лето, разрешили нам разводить костер. Because our camp is in the mountains, and usually it's on fire restriction. И поскольку у нас лагерь в горах, там обычно ограничения, связанные с лесными пожарами, на нас распространяются. But we had to establish a routine because we had 130 people coming to a fire. Ну, у нас есть 130 человек, и они придут к костру, и нам надо, чтобы была рутина. And a lot of those people didn't know what to do around a fire. И вообще-то большинство из них еще и не знает, что вокруг этого костра делать. And so we would have a routine where the kids would come in by that schedule up there. И у нас рутина заключается в том, что они все приходят, видите, вот там расписание на заднем плане. The staff would stand around the fire so they knew where to walk. И сотрудники поначалу, когда дети будут только приходить, будут стоять вокруг костра, чтобы детям было понятно, куда можно, куда нельзя. And then different groups would sit in different areas. А разные, как сказать, домики, команды будут сидеть в разных местах. We established a lot of different routines so that kids knew what was happening. То есть много рутин у нас организуется, чтобы было понятно детям, что происходит. The next slide is of a young man doing partial participation. Вот этот молодой человек, он демонстрирует нам частичное участие. Isaiah was a young man with autism. Вот Isaiah — это молодой человек с аутизмом. He did not have a lot of words. Немного у него слов. But he knew how to point to pictures. Но он знает, как указывать на картинки. He also had a hard time with his motor skills. И у него есть также трудности с двигательными навыками. He didn't want to get up and play soccer with the whole group. Он, например, не очень там будет воодушевлен, если его привести со всей группой попробовать поиграть в футбол. And some people would have thought, well, he just has bad behavior. И кто-нибудь подумает, ну, наверное, он просто вот he's just being lazy. Плохо себя поведет, ленивый. He doesn't even want to play. Ему просто не хочется играть. But it was hard for him to coordinate his eyes. Но ему трудно скоординировать свои глаза со своими ногами. And his balance all at once. И со своим балансом, и все это делать в одно и то же время. So instead of having him sit in a chair way over here, we wanted him to partially participate in the soccer activity. Мы хотели, чтобы он проявлял частичное участие в футбольной игре. So we put him in the middle of the soccer group. Ну, посадили его прямо в середине поля. And we let him sit down. И дали ему возможность сидеть. And now all he had to coordinate was his eyes and his feet. И ему теперь нужно, в общем-то, координировать меньше вещей, просто вот свои глаза и свою ногу. And the other kids thought it was great because they just had to maneuver around the chair. А остальным детям это даже понравилось, потому что там нужно было маневрировать вокруг этого, собственно, стула. So again, it's about thinking creatively. То есть это все про то, чтобы быть креативными. And really believing deep down. И глубоко верить. That people with autism want to be included. Что люди с аутизмом хотят быть включенными. The next slide is time to process. Это время на обработку. Again, these learners need time to find the words. They need time when you say something or you show them something. Им нужно время, когда вы что-то говорите или что-нибудь им показываете. If you can count to five on your fingers and wait. Если вы придете и покажете вашу руку и что и как долго нужно ждать. That can be super helpful for them to find their response and then give you a response. Дайте время, надо, извините, чтобы обработать информацию. Это будет очень полезно для них, чтобы они смогли участвовать. Calming sensory input. Успокаивающие сенсорные стратегии. Again,
Look at the headphones that Isaiah is wearing. Вот смотрите, там Isaiah в наушниках. Sometimes the noise is too much coming in for people with autism. Иногда бывает для человека с аутизмом, что звуков чересчур много. Sometimes the noise is too much coming in for us. Иногда бывает шумновато даже нам. So what do we do? Что мы делаем? We don't scream and yell and have a fit. Мы не кричим и не выбегаем. But we're allowed to walk out. Но мы, нам, может быть, можно отойти. Or maybe do something socially appropriate, like do this. И, может быть, нам социально приемлемым способом будет чуть-чуть сделать вот так. Or maybe go to the bathroom. Или просто пойти в туалет. Or maybe get a drink. Или пойти попить. And so if a person with autism doesn't like the noise, they might not know how to respond. Мы можем предполагать, что когда человеку с аутизмом не нравится звук, он не знает, как среагировать. And a lot of people will say, well, he looks kind of different with those headphones on. И найдутся люди, которые скажут, ну вот он выглядит как-то чудаковато с этими своими наушниками. And actually now these days everybody's got something in their ears. Но на самом деле в современном мире у каждого из уха что-то торчит. But he does look a little different. Ну да, он выглядит немножко по-другому. But he'd look really different if he was having a fit and screaming on the floor because of the noise. Ну вот когда он будет выглядеть правда по-другому, когда он начнет орать и метаться. So those are the things you need to be thinking about. Это вещи, о которых нам надо думать. Reinforcement. Подкрепление. This is a picture at the Nizhny camp. Это картинка из Нижнего Новгорода. And reinforcement is all about giving somebody some positive feedback. Это вот как раз что такое reinforcement, когда for doing the behavior you wanted to see. Когда мы даем что-то после того поведения, которое нам нравится, чтобы человеку понравилось то, что мы даем, чтобы потом поведение чаще повторялось. So it might have to be a tangible or a candy, right? And it might be a high five. Это может быть конфетка, это может быть дай мне пять. But it has to be meaningful to that person with autism. Это должно иметь значение, это должно быть желанным для того человека, которому мы это делаем. And then the visual support. И теперь мы переходим к зрительной поддержке. We have program schedules that program instructors would show what's happening. У нас есть расписание активности, которое сейчас происходит, которое показывает человек, который это проводит активность. This is telling the kids exactly what's going to happen in this activity. Это говорит людям, что именно будет происходить в этой активности. Tanya is telling the kids what order they're going to be able to climb the wall in. А вот Таня сейчас объясняет, кто в какую очередь будет залезать на стену скалолазания. A visual schedule stays there. И зрительное расписание остается с ними. And as you do it, you're taking the pieces off. И когда вы проходите очередной этап, вы один из кусочков снимаете. Then that person with autism starts to understand, oh, there's going to be an end to this process. И человек с аутизмом понимает, ага, когда-то эта вся бодяга кончится. We used them for the pool. Мы это используем в бассейне. We used them for the campfire. Мы это используем на костре. And I can't believe how many sausages they ate in Nizhny. Вы не представляете, сколько сосисок съедают в Нижнем Новгороде. In my whole life, I've never seen за всю свою so жизнь не видела столько сосисок, поедающих, столько людей, поедающих с такое количество сосисок. Another type of visual support. Еще один тип зрительной поддержки is a visual schedule. Это расписание. But the method of the schedule has to make sense to that learner. Но вот то, каким образом структурировано расписание, должно быть понятным для человека, который So this camper is a reader, so hers are words. Ну вот этот человек, он умеет читать. Поэтому это написано расписание.
This camper is going to be pictures because that's the method and that's the language they understand. А вот этому парнишке нужно расписание картиночное, потому что он понимает только картинки пока. This is also a schedule right here. А это тоже расписание прямо здесь. A schedule tells you where to go. И расписание говорит, куда идти. And in what order you're going to go in. В какой последовательности делать. And then we have visual cues. А теперь у нас есть еще зрительные зрительные сигналы. Визуальная поддержка. This was to help kids know how long they were going to be at camp. Вот это вот расписание, чтобы человек понимал, как долго ему придется находиться в лагере. Day one, they were coming in their car. Они знали, что они вот приедут на своей машине. Day two, they were going swimming. И потом они на второй день пойдут в бассейн. Then they were going to the ropes course, and then day four, they were climbing a mountain. А потом они пойдут на веревочный городок, а потом они полезут на гору. And then day five, which is right behind here, they were going home. А на пятый день они поедут домой. Each day we would cross that off. И каждый день мы будем зачеркивать. And it helped people understand, oh, I'm not going to be here forever. И это помогает человеку понять, что я не буду здесь навсегда оставаться. Functional communication. Функциональная коммуникация. Was something that we really worked on this year at camp. Это то, над чем мы действительно работаем в лагере. We need to have a way for campers to tell us what they want and what they need. Нам нужен способ, которым наш участник лагеря может нам сказать, что они хотят и что им нужно. Some campers were able to use pictures. Кто-то использовал картинки. Some campers use more kind of objects or interactions. Другим требовались объектные для того, чтобы вступать в коммуникацию. And other campers used words. А кому-то written words. Помогали написанные слова. This is a picture of a functional communication system that a camper was using in Nizhny. Вот эта картинка из Нижнего Новгорода, и один из ребят использовал вот эту систему для функциональной коммуникации. The last strategy is structuring the environment. А последняя стратегия это структурирование окружения. What we know is we have to organize the environment. Что мы знаем? Нам нужно организовать окружение человека. Because that can help a person with autism understand what's going to happen there. Потому что это может помочь человеку с аутизмом понимать происходящее вокруг него. In Nizhny, we started to carry our yoga mats around. Ну вот в Нижнем Новгороде мы за собой носили маты для йоги. And it helped us know where to be. И это помогало нам понять, где мы сейчас должны находиться. Sometimes those visual boundaries are natural. This was a boardwalk, and Dima knew to stay on the boardwalk. Являются совершенно естественными. Понятно, что когда ты идешь куда-то, ты должен идти вот по этой дорожке. Amaya knew that a chair was her boundary. Ну вот Амайя знает, что этот стул — это ее как бы натуральное место, где она должна оставаться, это граница для нее. Amaya couldn't move from here all the way out to get lunch out there. Ну, Амайя не сможет просто так взять, отсюда пойти за своим обедом куда-то. If I would say to Amaya, let's go, если я просто скажу Амайе, пошли, she'd scream at me, no. Она будет кричать нет. But if Amaya was sitting here, если Амайя сидит здесь, and I went over here, а я вот туда иду, and said Amaya, и скажу Амайя, let's sit here. Давай-ка садись сюда. She'd get up and come and sit here. И сядет.
And then I'd move and I'd say, Amaya. А потом я вот туда перейду и скажу, Амая. Let's sit here. Давай-ка садись сюда. She'd sit there. И она and then I'd open that door туда. And we'd keep going. И там я открою дверь и мы будем продолжать двигаться. Is that functional for a mom or a dad? Это функционально для мамы и папы? To do every day, all day long? Делать это в шесть день no. таким образом? Нет. But is that functional to do sometimes? Но иногда это to teach some independence for kids to get from one point to another point? Чтобы научить человека с аутизмом передвигаться из пункта А в пункт Б. And did we have the people power at camp to teach Amaya that? Yes. Ну и соответственно это помогает нам в лагере учить Амаю, как бы находиться с людьми. And you'd be happy to know that she is doing that now in her new classroom, and that's how they're using it. И на самом деле мы знаем, что это стали использовать как стратегию в ее школе, в ее классе также. And she learned it at camp. И она этому научилась в лагере. So again, a strategy that's learned in an intensive time, just like we heard this morning. Ну вот, то что мы сегодня слышали утром? Is she a baby getting 40 hours a week? No. Она, соответственно, ведь не младенец уже, которому мы можем. She's a 9-year-old. Давайте интенсивно. At camp. Ей 9 лет, и она в лагере. But with a skilled person. Но с человеком, у которого хорошие навыки. Focusing on 8 evidence-based practices. С человеком, который сфокусирован на 8 способах поддержки. With the ultimate peace being having fun. И к тому же в окружении, которое помогает получать удовольствие и радоваться. What we often forget about in school time. Вот о чем мы часто забываем. Is that we're an adult a lot longer than we are a child. We're an adult a lot longer than we are a child. Мы на самом деле взрослые, это гораздо дольше по сравнению с тем, когда мы дети. And supposedly 60% of our life is supposed to be leisure. И вообще-то 60% нашего жизни это то, когда мы бездельничаем, получаем удовольствие от досуга. So we not only need to be focusing on academics with individuals. То есть на самом деле мы не должны только об академической части жизни, об учёбе думать. We need to be focusing on social and leisure skills also. Нам нужно думать о социальных активностях и о досуге. So, let us see. Давайте посмотрим. Мы запутались в слайдах. The participants will Oh, this one. Okay. So again, we talked about never underestimating. Ну вот, мы думаем о том, что нам никогда не нужно недооценивать. Our campers definitely learn how to have fun. Наши ребята учится тому, как получать удовольствие. This is Alex in the middle here. Вот это Алекс там в серединке. He had never been to camp before. Он никогда раньше не бывал в лагере. He was kind of scared. Он довольно испуган. And these two did a phenomenal job working together to make him feel safe. А вот эти двое, они феноменальную просто работу сделали, работая вместе, чтобы ему помочь там выйти, получить удовольствие. What's interesting is when people come to our camp. Что интересно, когда люди приезжают к нам в лагерь. And they get matched with a camper that needs two people. Вот иногда есть ребята, которым испытывают серьезные трудности, и им нужна поддержка одновременно двух сопровождающих. We call that a marriage. И мы их называем как бы парой, ну как we семейная say, пара. We're sorry, you don't speak any English. Ну прости, конечно, мы знаем, что ты по-английски не очень.
We're sorry, Alex, you don't speak any words. Мы сожалеем, Алекс, ты вообще не говорящий. We're sorry, Eric, you don't speak any Russian. Эрик, ты уж тоже нас прости, ты и по-русски нифига не понимаешь. Let's get together and have a good week. А вот теперь давайте все вместе, у нас неделя будет классной. And how can we find a common language? И нам нужно найти общий язык. And what's amazing is that they find it. И вот что совершенно удивительно, они его находят. I think it was Tanya who said to me at the end of camp. Вот Таня ей сказала в конце лагеря. It was like I could speak no English. Я по-английски не говорю. Alex could speak nothing. Алекс вообще ничего не говорит. He could speak no Russian. А этот может не говорить по-русски. But together we all made magic. Но вместе мы все делаем магию. And it is amazing. И это удивительно. How it can all work out. Как это вообще все вместе работает. So now we'd like to hear from our colleagues. А вот теперь мы хотим послушать от наших коллег. And you're going to hear about these strategies in these camps. Каким образом они использовали стратегии вот эти в их лагере? Through one of their campers. Через одного из их ребят. Ну вот смотрите, у нас сейчас такая дилемма. Я, как вот коллеги вчера, наверное, вы заметили, на тех секциях, которых я веду, я не делаю кофе-брейка. Если вот вы сильно против этого, то мы можем, конечно, попытаться изменить эту ситуацию. Но и мое предложение, мы лучше интенсивно работаем, а если вам нужно выходить в туалет или еще куда-то, вы спокойно, взрослые люди это делаете, и мы просто продолжаем работать. Вы согласны? Если кто-то категорически против, ну, мы можем сделать кофе-брейк. Работаем дальше. А? Ну, неважно. Да, давайте тогда мы приглашаем вас. Здравствуйте, мы из Нижнего Новгорода. Меня зовут Татьяна и Татьяна. А наш лагерь назывался «Экстрим со смыслом». Мы проводили его на базе Кстовской экстремальной базы. Так, мы хотим познакомить вас с Дмитрием. Это был один из самых тяжелых ребят с аутизмом, которого мы знаем. Вот. И ему очень помогли эти 8 стратегий. Помогли вовлечься и также участвовать и получать удовольствие. Ну вот, собственно, сам Дмитрий. Дмитрию 15 лет. Он второй год у нас в лагере. В этом году у него было 2 помощника. Ну, честно говоря, предполагалось 2 помощника, но было 8 или 6 помощников у него. Даже 4 или 6, потому что к нам в этом году приехал Кейтлин. Спасибо ей большое. Вот, Слава, Таня. И, в принципе, все были с Димой. Вот. Первое, про что мы хотели сказать, это какие у Дмитрия были рутины. У него были долгие прогулки, постоянно одно и то же расписание, постоянно одни и те же активности изо дня в день. То есть его утро начиналось с того, что он просыпается, зарядка, завтрак, активность природа, активность надувная полоса. Вот. И изо дня в день одно и то же. Что? Его особой рутиной было это прием пищи, так он очень избирателен в еде, и во время еды он пьет очень много воды. И он ест еду только с кетчупом, поэтому мы брали его с собой на завтраки, обеды и ужины. Следующий. Визуальная поддержка очень помогала Диме как бы предсказывать то, что будет, понимать то, что его ждет. Это расписание дня в картинках, а также фотографии на каждом месте проведения активностей, соответствующие там картинки на расписание. Личная фотография на общих местах — это обозначалось место, где он спит, место, где он в столовой сидит.
место, где был перекус, то, что это его еда. В столовой визуальная подсказка в виде подложки, где лежат столовые приборы, вилки, тарелки. И как визуальная подсказка, у него использовались палочки и баночка. То есть обозначал, сколько кругов он должен еще пройти. Визуальный таймер отрывалось количество, сколько ему осталось времени участвовать в активности, и также сколько ждать следующей активности. И границы на каждой активности. Они были представлены либо верандой, либо ограничительной разметкой, либо матами для йоги. А вот здесь можно увидеть в столовой и его расписание визуальное. А здесь видно таймер, сколько раз ему осталось, сколько минут ему осталось висеть, и таймер, сколько еще нужно сидеть на музыкальном занятии. На этой картинке изображено, что, в какой последовательности нужно провести эту активность, надеть шлем, держаться за поручни, пристегнуться и потом ехать. А на этой фотографии здесь количество как раз кругов в виде палочек. Функциональная коммуникация. У него была книга PEX. Он просил желаемые предметы. Также он использовал предметы, например, ложку. Ну да, мог, если попросить предметами, то есть у него есть любимая активность, это просмотр мультфильмов. И если в данный момент он хочет посмотреть тот или иной мультфильм, несмотря на то, что ему 15 лет, он доставал диск и объяснял, какой тот или иной мультфильм он сейчас собирается смотреть. Да, по Диме было очень понятно по его эмоциям и движению тела, что он в данный момент чувствовал. Либо ему нравится, либо не нравится, либо он хочет остаться один. Также у него присутствовала вокализация, и мы могли понимать, нравится ему сейчас присутствовать или нет. У него был такой язык «си-си», это значит «да, мне все нравится». К структурированию окружающей среды здесь представлен стул, как на презентации Кэтлин. Это был его личный стул, который сопровождал его почти в течение всего дня. Это его собственное место, где он чувствовал, что это его место. На зарядке это коврики для йоги, и в походе также мы сидели на ковриках. И вот было показано, визуально представлены дорожки, по которым нужно было пробираться от одного домика до столовой, например. И также это расстановка мебели в столовой, где нужно сесть. А здесь он в бассейне на шезлонге наблюдает, и здесь дорожки. Пятое – это успокаивающее сенсорное ощущение. Дмитрий очень чувствительным к звукам, поэтому у него были наушники. Также ему давались для успокоения жевательные конфеты. Предполагалось глубокое надавливание, что делали с ним его помощники. Он очень любит гамак. Это тоже его успокаивает. Носить рюкзак с тяжелыми предметами, то есть у него там будут бутылки с водой, батут. Он может на нем просто сидеть, не прыгать. Монотонная продолжительная ходьба и хождение с тряпочками у него постоянно. И мама прислала ему в лагерь целый пакет тряпок, которые он рвал вплоть до веревок. Это та вещь, которая его успокаивает. Ну вот это Дмитрий со своими помощниками. Подкрепление. Дима очень любит сладости. Для него это являлось огромным подкреплением. Также, несмотря на то, что он любит сладости и любит конфетки, он также очень хорошо воспринимает социальную похвалу, типа «дай пять, ты молодец». Также есть у него любимая активность, это, как я уже говорила ранее, гамак, батут и баги. Сосиски, хлеб на костре – это тоже, что его стимулировало в конце вечера. Ну и музыка с мультфильмами.
Ну вот, собственно, здесь визуально представлен о том, то, что как его закармливают. Частичное участие. Дима не очень любит ждать, поэтому мы как-то визуально пытались его все время объяснить, что ты сейчас ждешь, при помощи структурирования окружающей среды и визуальных подсказок объясняли, где ты ждешь, сколько тебе это еще нужно делать. Бассейн. В прошлом году у него не было проблем с бассейном, в этом году появились небольшие проблемки, и он 3 дня туда вообще не заходил. Но на 3-й день все-таки удалось. Ему удалось попасть в бассейн. Да. Вот. Но в принципе никто как бы вначале-то не очень настаивал на то, чтобы он там был. Вот. И не очень любит он находиться на музыкальном занятии. Но он все равно там присутствовал. Присутствовало небольшое количество времени. И уходили они потом с помощниками гулять. Но это вот круг, на котором он тоже не очень долго сидел. Время на ожидание. Дима не очень любит новые вещи. Вот, и поэтому для того, чтобы он был успешный и все получилось, ему приходилось давать довольно-таки много времени на ожидание. Ну, как я уже повторилась, с бассейном 3 суток. Вот, но потом мы получали все равно положительный эффект от этого. Собственно, вы видите лица педагогов, которые очень рады, что они все-таки затащили его в бассейн. Вот. Это отзывы помощников Димы. Александр – это учитель из школы по проекту. Надежда – специалист Центра поддержки семьи. У Александра произошли свои изменения благодаря Дмитрию и этим 8 стратегиям. И у Нади тоже что-то поменялось в голове. Они научились благодаря Диме. Вот. И мы бы сейчас хотели попросить включить видео, короткое видео, которое покажет, как было здорово. Оно там отдельно.
Давайте остановим видео. Я прошу прощения, потому что мы, в принципе, хотели, чтобы вы еще пару слов сказали, а то вы начали, не назвавшись, кто вы, что вы, еще раз. Про себя. Татьяна Журавлева, Центр поддержки семьи, фонда «Обнаженные сердца», Нижний Новгород. Шиповникова Татьяна, Центр поддержки семьи, специальный педагог. Спасибо большое, мы перейдем дальше. Простите, что я не дал вам до конца показать видео ваше, но просто мы не успеваем все и так, да. Ну что, давайте мы пригласим... Ой-ой-ой, нам вернуться надо на презентацию. Ага, сейчас она запускается. И на то место, где мы, собственно, остановились. Да-да-да. Мы ждем, когда он появится. Вы нам включите, да? Вот у нас коллеги из Челябинска. Расскажите про себя. Друзья, добрый день. Никита, фамилия моя Журнов, город Челябинск, организация помощи детям «Звездный дождь». Если не против, я бы хотел начать с небольшого фильма. Это фильм о летних программах, которые мы провели в этом году. Там есть слова родителей о летних программах. Там представлены 8 стратегий их реализации. Вот, я думаю, что сначала нужно посмотреть этот фильм, и дальше я расскажу про Никиту. Это один из участников нашего лагеря. И я думаю, что в 15 минут мы уложимся вместе с фильмом. Поэтому, если можно, пожалуйста, фильм поставьте сейчас. Летом не отдыхал. То же самое с нашими людьми. Поэтому в этом и проблема, что в этом
правило. У каждого ребенка есть свой наставник. Еще до приезда сюда он проходит обучение на курсах, внимательно изучает анкету подопечного, знает все о его привычках и предпочтениях. Самое главное, я думаю, это принятие. Принятие любого ребенка, что бы с ним ни случилось, и как бы он себя ни вел, что бы с ним ни происходило сегодня, это просто полное принятие человека. Это, я думаю, самое важное. Не менее серьезная подготовка нужна и родителям. Отношение к своим необычным детям у них тоже особое. Они привыкли к постоянному чувству жалости и к тому, что их нельзя оставить без внимания ни секунды. Даже мысль о разлуке становится невыносимой. В первую ночь я спала очень тяжело, то есть я постоянно думала, господи, как там ребенок без меня, и все это так страшно, как она вынесет, как тут ее вынесет, как с ней педагоги, как она, ну, в общем, когда мы ее забрали. Когда мы приехали в лагерь за ней, она была такая счастливая и довольная, что она, мне кажется, еще бы неделю прожила. Конечно, в этом было совсем по-другому. За синей чертою, живая и опасный, живая и опасный, закрытой душою, закрытой душою. В лагерь приезжают и самые обычные дети. Здесь их называют типичные. Это тот редкий случай, когда они в меньшинстве. У кого-то нетипичные братья и сестры. И с этим тоже нужно учиться жить. А как быть, если такого лагеря нет? Мы сейчас готовы стать такой пилотной подготовительной площадкой, экспертной, которая бы помогала, потому что у нас уже есть не просто знания, у нас есть опыт проведения таких лагерей, он достаточно успешный. И я думаю, что это стоит транслировать и в регионе, и в другие регионы в том числе. А помощь от государства нам тоже очень нужна, потому что без нее, ну, неправильно это дело, потому что это точно такие же дети, которые нуждаются в летнем отдыхе. У них должны быть летние оздоровительные программы. И мы не просим их финансировать 100%, но если это будет 50%, то скорее деньги не будем искать. Впервые благодаря фонду «Обнаженные сердца» нашлись деньги на отдых для тех, кому уже исполнилось 18. Многие из них никогда не расставались с близкими и не покидали пределы родного города. Ему нужно попробовать. И мне очень интересно, что будет потом, как он изменится. И надо передышать себе стоит. Игры в команде, походы, песни под гитару – все это для них впервые. Отношения и новые эмоции. Они могут это. И
обычным людям, почему это важно? Ребята, это просто потрясающие взрослые люди, у которых есть не только какая-то веселость, как у детей, умение там играть, веселиться, дружить, у них есть такая потрясающая глубина, это совершенно новые эмоции, новые знания о людях с особенностями. И это то, что меняет всех вокруг. И меня в том числе. Никита вернется домой совсем другим человеком. Этот мир больше не настроен к нему враждебно. У него теперь есть настоящие друзья. Он научился ездить на лошади, играл в волейбол и пел песни под гитару. И, конечно, немного соскучился по родным. Если бы не было лагеря, то все могло бы быть по-другому. Да. Дома сидеть. Как было сказано в фильме, в основе летних программ, которые мы проводим, лежит методика 8 стратегий. Это действительно так, и уникальность этой методики в том, что она позволяет за очень короткий и очень ограниченный период времени добиться просто колоссальных результатов. И на примере Никиты я хочу сейчас это продемонстрировать. Когда мама Никиты, Евгения, она привезла Никиту в лагерь и очень переживала и нервничала по поводу того, что как же он будет находиться в лагере, как для него пройдет эта смена. И, собственно, многие родители, которые привозят к нам своих детей, они очень переживают. И в особенности в случае Никиты эти переживания были связаны с тем, что за 21 год своей жизни это был первый раз, когда он остается в незнакомом месте без родителей, без родственников. То есть ему предстояло 5 дней жить с незнакомыми людьми в незнакомом месте. И это, безусловно, был для него большой стресс. Но, забегая вперед, скажу, что все прошло очень здорово. Он получил большое удовольствие от лагеря. И все это произошло только благодаря применению методики 8 стратегий. Один из самых таких ярких примеров связан с катанием на лошади. Про это тоже в фильме было сказано. В анкете Никиты, которую мама заполняла перед лагерем, она указала, что он просто панически боится животных. И специалисты, которые с ним работали до лагеря, они нам подтвердили, что несколько раз его пытались посадить на лошадь, и каждый раз это заканчивалось истерикой. Он не хотел, он кричал, и никаких, естественно, позитивных эмоций это мероприятие ему не доставляло. И, собственно, каким же большим было наше удивление, когда, использовав стратегии поддержки, на этой активности он просто подошел к лошади, сел на нее и стал кататься. У нас, естественно, было визуальное расписание, у нас были четкие и понятные инструкции для Никиты, у нас было структурированное пространство. И это был такой весьма большой объем работы, который был проделан, но когда мы увидели, что он сел на лошадь и он получает удовольствие от того, что он делает, соответственно, стало сразу же понятно, что работа проделана не зря. Есть еще несколько достижений, которые Никита достиг в лагере. Он стрелял из лука, он катался на гироскутере, играл в волейбол. Даже рыбалка у нас была в лагере, кстати, очень ему тоже понравилось. И он завел друзей впервые в своей жизни, и он про них тоже говорил в фильме. И это тоже потрясающе. Если такой подводить некий итог, о чем я говорил, использование 8 стратегий конкретно для Никиты, оно помогло сделать происходящее вокруг
более структурированным и понятным для него. И за счет того, что все было структурировано и понятно, он мог получать удовольствие от того, что с ним происходит. А за счет того, что он получал удовольствие, этот лагерь оставил след и не прошел мимо, как проходит многое другое. И мы точно знаем, что этот лагерь оставил след в его сердце и в его сознании, потому что вчера мы разговаривали с его мамой, и она сказала нам о том, что Никита вспоминает о лагере, он говорит о нем, он перебирает вещи, которые связаны с лагерем. И он сказал маме о том, что в следующем августе они не могут ничего планировать, потому что он собирается снова в лагерь. И это потрясающий результат, и он возможен благодаря применению методики 8 стратегий. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас будет возможность вопросы задать, когда мы, соответственно, подведем итоги всем, дадим выступить, чтобы мы уже могли у каждого спикера спросить, если вам что-то захочется. Я хочу пригласить на сцену коллег из Костромы. И меня зовут Добрецова Анна, я президент благотворительного фонда помощи детям и взрослым в городе Костроме. Меня зовут Марина Стульникова, я педагог фонда «Открыть мир». Мы хотим рассказать про Марка и про наше лето со смыслом. Марку 8 лет, он летом перестал ходить в детский сад, он ходил в обычный детский сад и собирался пойти в школу. Летом Марк начал, сначала был в семейном лагере, и потом поехал вместе с нами уже без мамы, мама его отпустила. Марк умеет хорошо говорить, он очень талантливый, способный мальчик, разговаривает на нескольких языках, самостоятельно изучает, но тем не менее с Марком очень трудно, и мама боялась его отпускать в лагерь одного, потому что Марк может бить себя по голове, Марк может бросать очки, бросать предметы, и много было такого проблемного поведения. Хорошо. В лагере мы ему ввели расписание. То есть у нас консультант, она каждое занятие, она ему писала, что будет происходить. Марина расскажет, наверное, как на музыке это работало. Для начала я хотела бы сказать, что мы хотели, чтобы лагерь был очень ярким и запоминающимся для детей. И поэтому он у нас был тематический. То есть мы каждый день, тема лагеря была путешествие, и мы каждый день отправлялись в какую-то страну. И все активности, которые использовались в течение дня, они были связаны с той страной, в которую мы как бы поехали. Так вот, Марк был очень счастлив, когда была страна Англия, потому что можно было говорить на английском языке, который он знает. Вот. И на активности музыка у него было использовалось расписание, использовался таймер, в течение которого ему нужно было подождать, когда у него была возможность петь песни на английском. Вот. И у нас в конце, да, в конце лагеря у нас было шоу талантов, и мы, наверное, перебегаем. Один номер был, когда Марк выступал в ансамбле. Это было частичное участие, то есть Марк играл на музыкальном инструменте. Одно выступление было, когда он рассказывал вместе с консультантом стихотворение на английском, и это было для него большим счастьем. И вот этот ролик, можно его включить, если... Он выступает вместе с обычным ребенком, то есть повторяет все за ним.
Марк — это тот, который в белой футболке. Ну и видно, что там есть мат, да, это структурированная среда. Там уже вон... Можно остановить, Витя? Там уже все. Головной болью лично моей это был веревочный городок, потому что он был на высоте 5 метров. И мы думали, что дети у нас не справятся, что мы туда вообще не зайдем ни с кем. Из 12 детей, из 8 детей, у которых был аутизм, прошли полностью двое. Еще трое ребят прошли частично, и несколько ребят одели снаряжение. Марк прошел из 12 этапов, он прошел 5. Можно включить второе видео? Это самый сложный этап для Марка. Лететь надо. Инструктор был неподготовленный. Инструктору я объяснила, что за 15 минут я ему объясняла, что нужно будет показать ребятам, как мы на веревке идем, что одеваем каски, что одеваем снаряжение. И инструктор в карманы себе положил поощрение для Марка. У него был мармелад. Он сказал: «Хорошо, я это буду делать». Но сработала фраза волшебная Angry Birds. Можно дальше? Успехи Марка — это первый раз он остался без мамы. Он использовал визуальное расписание, пользуется сейчас этим расписанием в школе. Мы его научили выбирать еду, и очень часто мама нам это припоминает. Марк боится животных, причем он боится их вот панически. То есть он, если видит собаку, он может залезть на любого человека. И в лагере он катался на лошади, потому что он знал, что это будет. То есть он утром знал, что у нас есть план, что мы сегодня катаемся на лошадях. И он это сделал. Он прокатился 2 круга на лошади, и когда он вернулся в город, они это сделали в городе. Он был активным, он дружил с ребятами, был веселым и счастливым и почти не демонстрировал нежелательного поведения. То есть он не бил себя, не бил окружающих. И вместе со своим тьютором, тьютор была консультантом в лагере, сейчас она вместе с ним пошла в школу. И фраза мамы, мы ее сюда вставили, что она: «Представить себе не могу, как педагоги добились от него контакта с животными. У него просто панический страх животных, а теперь он катается на большой лошади после лагеря». Ну, я хотела сказать, что мы недооцениваем детей, как тут правильно говорили, что они могут больше, чем мы думаем. А можно видео? Ну, когда мы готовили видео, мы специально выбрали песню, чтобы когда вы ее услышите, вспоминали о том, что есть дети с аутизмом, о том, что они могут быть счастливыми, о том, что это в наших силах сделать, чтобы они были счастливыми. И в нашем лагере... Каждый участник получил фото на память, и мы сегодня хотели тоже подарить фото о нашем лагере, нашим близким друзьям, так сказать.
У нас еще в лагере была валюта, у нас были таслы. Таня и Слава. Это таймер. Благодарим за внимание. Спасибо большое. Спасибо за подарки неожиданные. Да, и вообще интересно, что вот этот вот хэштег «Передайте Мо», он так в интернете вдруг пошел, и там даже появляются какие-то прям группы последователей. А, ну что ж, приглашаем Красноярск. Спасибо, благодарим за поддержку. Меня зовут Татьяна, я тьютор девочки Сони. Это Надежда Болсуновская. Стоп. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Надежда Болсуновская, город Красноярск. Я представитель общественного движения «Право на счастье» организации «Аэростат». Это Татьяна Руфьева, педагог, методист, тьютор в лагере. И мы хотим представить наш опыт наших лагерей в городе Красноярске. На самом деле наша общественная организация уже с 2013 года делала инклюзивные семейные лагеря. И так получилось, что летом этого года мы попали в классную программу «Лето со смыслом». Мы поехали в лагерь Rising Sun, к МО, ко всей замечательной команде. И это на самом деле изменило наше сознание того, как можно делать наши инклюзивные лагеря. Когда мы вернулись из лагеря, первое, что мы сделали, мы те стратегии, которые мы увидели в лагере, мы их попробовали на наших семейных лагерях, чтобы понять, как они там работают. И там же были у нас наши дети с аутизмом, которые потом впоследствии поехали в наш лагерь, который мы провели в сентябре месяце, лагерь для детей по модели Rising Sun, где был 21 ребенок без родителей в сопровождении тьюторов.
И сейчас мы хотим представить историю девочки Сони. Девочка Соня, она впервые, я уже говорила, приехала в наш семейный лагерь, мы ее там заметили, и мама в конце семейного лагеря сказала: видя, как у вас все организовано, я отпускаю ребенка в ваш лагерь без родителей спокойно. В нашем лагере, который прошел в сентябре, у нас был 21 ребенок, это были дети не только с города Красноярска, но и со всей территории нашего края. У нас были семьи, у нас были дети из Минусинска, которые проехали почти 500 километров для того, чтобы добраться до лагеря. И часть детей, это вообще был их первый выход, выезд за пределы той деревни, где они жили, и того маленького городка, где они находились. А Соня, она тоже приехала из маленького городка на территории нашего края, это город Железногорск, он находится в 100 километрах от нашего города, и ее историю мы сейчас расскажем. В нашем лагере в качестве тьюторов у детей были как педагоги команды «Право на счастье», так и те самые лучшие педагоги, которые работают в школах, в садиках с детьми с аутизмом. Это было сделано специально, чтобы дальше они могли использовать те стратегии в своем лагере. Итак, девочка Соня, ее история. Следующий слайд. Можно дальше? А, нет, можно? А, все. Так, а как эта штучка? Итак, перед тем, как приступить к работе, собственно говоря, с Соней, мы познакомились с Надеждой и определили с ней стратегии работы с этими детьми на основании того, чему она научилась в Америке. Когда я изучила анкету ребенка, пообщалась по телефону с мамой, у меня сложилось впечатление, что передо мной будет ребенок, который никогда не поймет меня, которого не пойму я, который на все вопросы ответит «Угу», потому что со слов мамы она очень хитрая и научилась скрывать то, что она не понимает. Которая ест только две вещи – сок, печенье. Все. Которая очень плохо ходит, потому что у нее одна ножка короче другой на 5 сантиметров. Соответственно, в активности ее вовлечь невозможно. То есть каждая фраза мамы начиналась со слова «не». Следующий слайд, пожалуйста. Также мы понимали, что у Сони были еще особенности, связанные с тем, что она, кажется, не давала себя расчесывать, она не было сложности с душем, с туалетом, с переодеванием. То есть, казалось бы, такие простые для всех детей вещи для нее вызывали большие трудности. Также мы понимали, что также мы, исходя из анкеты, мы понимали, что у Сони большие трудности с коммуникацией, она, скажем так, отталкивает людей, да, как бы, и не впускает их в свой круг. Но в то же время у Сони были и сильные стороны. Да. И вот когда мы с ней наконец встретились, я поняла, что самая главная проблема моего общения с ребенком – это то, что я для нее говорящая мебель. Я тубльгиз, который говорит: поверните через 200 метров налево, потом направо, потом вперед, потом назад. Кто будет с этим общаться? Никто. Соответственно, мне нужно было сделать так, чтобы я для нее стала таким же человеком, как она сама. Я должна была добиться того, чтобы она эмоционально меня приняла. Это получилось случайно. Час проб, и в момент ожидания случилось так, что Соня манипулировала камушками, сидя на матах. Я стала делать то же самое, заметила, что она за мной наблюдает. Потом дистанцию мы сократили, еще сократили, перебросились камушками. Я поняла, что ей это приносит удовольствие. Она заулыбалась. И так было найдено идеальное подкрепление для этого ребенка. Это деятельность вместе, сопряженно. Ей это нравится. И
тогда она понимает, что нужно делать. То есть пример поведения. Самое главное подкрепление для этого ребенка. Потом уже обнимашки. Мама сказала, что это замечательно для нее, обнимашки. Потом все остальное. Но первое вот это. У Сони были дефициты. Отказ от непривычной еды, отказ от причесывания и все, что мы перечислили. С этими дефицитами мы планировали работать. Но на основе того, чего мы достигли. А достигли мы эмоционального контакта с ребенком. Достигли того, что она поняла и приняла правила, которые в первый день ей были продемонстрированы. Также, да, мы использовали все те, в работе Соня мы использовали все стратегии, которые мы видели в лагере Rising Sun. Да, конечно, это были рутины. Новые рутины для Сони было спать одной, есть в общей столовой, да еще и непривычную еду, которую она никогда в жизни не ела. Организовывать свой день по расписанию, ежедневно планировать свой день и подводить итоги дня. А также самостоятельно выполнять, скажем так, свои процедуры, свои гигиену. Да, мы понимали, что для Сони необходима была и сенсорная поддержка, потому что мы понимали, что в ситуации сенсорного пресыщения, да, как бы она начинала, да, плакать, истерить, поэтому мы до этого не доводили, да, как бы, поэтому что мы делали? Здесь, конечно, это дозирование нагрузки, это мы понимали, да, мы организовывали для Сони место уединения, чтобы она могла, да, побыть одна и прийти в себя. Как уже говорила, да, Татьяна, это был тактильный и эмоциональный контакт, что позволило ей успокоиться. Плюс мы использовали для Сони, очень хорошо работали утяжеленные вещи. У нее такая была черная кофта тяжелая, которую мы одевали, и она быстро-быстро приходила в себя. И также она любила укутаться в полотенце, да, которое тоже ей позволяло быстро, скажем так, успокоиться. Плюс также мы использовали столь любимое Соней сенсорное подкрепление. Это гироскутер, ботинки, прыгалки, да, и нейрогимнастику, где вот мы через тактильные упражнения, через надавливание она могла тоже собраться. Также мы использовали, конечно, как одна из стратегий, мы использовали частичное участие Сони. Частичное участие... Давайте мы просто вам покажем. Частичное участие связано с тем, что у Сони были, как мы уже говорили, да, сложности с двигательными навыками, одна нога короче другой на 5 сантиметров, поэтому, допустим, ей очень нравилось играть с нами в хоккей, фаербол, хоккей на траве, но ей было трудно добегать, поэтому она по первости она исполняла роль вратаря, где она должна была, скажем так, ловить мячи за всю команду. Также мы использовали структурирование окружающей среды. Да? Это визуальные расписания, это стена достижений, наши подписи пространств, картинки, чтобы дети понимали, где они находятся. Это правила, это визуальные границы, предметы маркеры, которые показывают. Допустим, у нас зал для гимнастики, там было много-много разных матрасов, и дети понимали, что да, здесь мы занимаемся именно этим. У нас были аудиальные маркеры, да, для детей. Мы использовали небольшой сигнал к началу каждого занятия в виде особой песенки, которая дети тоже нравилась. Мы использовали, да, визуальную поддержку, да, то, что мы назвали структурирование времени. Это у каждого ребенка было свое визуальное расписание, на каждом занятии были свои, да, как бы, скажем так, этапы работы в виде картинок. Мы также давали Соне время на обработку информации, потому что в начале, когда она приехала в лагерь, мы поняли, что ей необходимо достаточно много времени. Мы спрашивали ей вопросы, а ей необходимо было до 5 минут времени, чтобы обработать эту информацию, и она обязательно давала ответ только уже с опозданием. А потом в конце, да, это время сократилось до 15 секунд, она стала быстрее понимать, реагировать на окружающее. Плюс мы учили Соню ждать, ей хотелось все быстро и сразу, да, здесь мы
учили ее ждать. И, конечно, мы использовали подкрепление. Подкрепление. А у нас у Сони была жетонная система, да, она собирала жетоны, и потом на эти жетоны она могла выбрать себе разные подкрепления, там, в виде просмотра фильма, которое было интересно, в виде разных сенсорных игр, да, и так далее. Теперь, соответственно, будешь говорить? Итак, мы Соню включили в команду. Но эти команды у нас были не постоянные. Это были команды для утреннего и вечернего круга. То есть рефлексия, планирование и рефлексия. В течение дня она была включена в разные активности, которые были оформлены в виде проектов. То есть дети со взрослыми должны были сделать какой-то продукт. И эти команды были мобильные. Ребенок включался в работу не только со своим тьютором, но и с другими людьми. Так как у нас девочка очень динамично развивалась, мы каждый день вечером обсуждали и меняли стратегию работы с этим ребенком. Таким образом, от того, что вначале мы видели ребенка замкнутого, мы пришли к тому, что в конце, последний день, мы поставили задачу организовать работу так, чтобы Соня была тьютором другого ребенка. Сама Соня. И у нас это получилось. И еще, Татьяна, да, очень важный момент, что изначально мы, у нас Соня, необходимо было ей напоминать, Соня, делаем это, а в конце Татьяна занимала другую позицию. Она прикинула, что она ничего не понимает, и Соня должна была учить своего тьютора, как выполнять те или иные задания, что тоже классно работало на ее развитие. Ну, честно говоря, прикинулось это слово... Да, я планировала прикинуться, но когда мы попробовали действовать, оказалось, что она делает это лучше меня на самом деле. То есть у меня были комплексы в конце. И еще очень важно было, чтобы Соня не просто, допустим, мы в конце дня подводили итоги, рефлексию, да, итоги дня, но нам важно было, чтобы Соня, она не только озвучивала свою позицию, но она собирала листочки с рефлексией у всех других детей и потом выходила в центр резюмировать свои достижения всей команды. Тем самым это позволило тоже очень внести большой вклад для ее развития. Итак, это Сонина команда. Дальше. Правила. Правила деятельности конкретные. Правила поведения в лагере. Дальше. Это расписание. Расписание у нас было одно для всех. Почему так? Соня, читающая девочка, которая учится в школе. Что такое расписание, она знает. Работа с расписанием была такова, что она должна была выделить из общего расписания то, что касалось ее. Либо выделить то, что она хочет, когда был выбор деятельности. Сюда же мы включили туалет. То есть она поставила значок «Т», потому что мы решили отказаться от памперсов. Угу. Это она меня контролирует. Она уже написала, я еще пишу, она мне подсказывает. Я первая. Дальше. Ей очень нравилось клеить, на самом деле, да, эти жетоны в конце дня на стену достижений, прямо она прямо вот, ну... Дальше. Вот видите, можно назад? Простите. На слайде справа Соня отталкивает мою руку. Так она показывает, что она может сама. Дальше. На гироскутере. Также сначала ой-ой-ой, а потом меня отталкивает. Все, я уже сама. Ну вот это та самая деятельность, в которой я потерпела фиаско, как ни старалась. Я поняла, что талант выдается как-то вот неравномерно. Это наше соревнование, она на первом месте. Фаербол. Чтобы ребенка включить в работу с командой, ребенка, который на момент приезда игнорировал окружающих, вплоть до того, что она их не видела, и когда она шла, они как кегли в стороны вот так падали. Вот. Мы включили ее частично.
сказали: вот это ворота, вот ты вратарь, твоя задача поймать мяч, тогда наша команда выиграет. Нам дадут 5 жетонов, мы будем молодцы. Показ действия, и ребенок включен. Это наш проект. Тут сложилась такая ситуация, что срочно понадобилась моя помощь другому ребенку с тьютором, и я ушла. Когда я уходила, было написано слово «Данил», когда я пришла вот это. Ребенок сделал сам. Это одна из тех видов деятельности, за которую я очень переживала, потому что Екатерина, она очень успешный человек, но она общается на уровне нас с вами, взрослых, то есть на уровне института. А тут ребенок как бы с особенностями в развитии. Она не пожелала уходить, хотя я ей 5 раз предлагала частично. Я 5 раз предлагала ей порисовать в блокноте. Нет. В итоге оказалось, что она ждет микрофон, и она хочет пообщаться. И она брала интервью, которое потом показали, да, как бы в новостях лагеря. Это самое начало нашей деятельности, когда я ее поддерживала, и это, ну, практически рука в руке. Это зарядка, которую я пропускала, а она посещала. Самостоятельно, видите? Это 3-й день, и ребенок работает самостоятельно. А я только радуюсь за результат, потому что у меня так не получилось. Итак, наши достижения. Полное расписание всех рутин, полное соблюдение и выполнение всех рутин. Только причесывала я ее. С 3-го дня обращаем внимание на свой образ. Визуальное расписание мы выучили наизусть. Активность, помощь другим. Осознала свои дефициты и просила помощи, находя меня среди большого количества участников. Когда меня не было рядом, обращалась к любому взрослому или ребенку. Мотивация на получение результата. Всегда спрашивала: это все? Я могу сделать что-то еще? Я хочу еще фишку, что мне сделать? Постоянно пересчитывала фишки, хранила их вот в таком нагрудном карманчике. И на вечернем круге старательно их наклеивала и все-все-все пересчитывала, причем все помнила, каждую, за что она получила. Они, в общем-то, были, ну, для меня одинаковые. У меня нет такой памяти. Пробует и ест непривычную еду за 3 фишки, правда. Соня впервые в своей жизни попробовала омлет и мясо. Когда мама отправляла в лагерь, мама дала большой пакет с йогуртами и сказала: у Сони рвотный рефлекс на мясо, можете даже ей и не пробовать это кормить. Пусть она ест свой йогурт, и как-то к вам будет меньше проблем. У нас Соня на 3-й день ела омлет, мясо и, в принципе, да, как бы все, что едят остальные обычные дети. Угу. Если можно, маленькое видео. Маленькое видео, которое после 72-го слайда. Мы специально сделали видео зарисовку. Это видео специально про Соню, которое отражает именно ее активность в этом лагере. Специальная нарезка про Соню. И здесь используется видео в качестве музыкального сопровождения. Это наш гимн «Право на счастье» в поддержку инклюзии, который исполняют в том числе те дети, которые были в нашем лагере. После 72-го слайда.
нас в лагере была детское телевидение, Соня была репортером и брала интервью и комментарии. Детское телевидение делало свои репортажи. Мы один из репортажей посвятили правилам лагеря, и Соня там участвовала. Детский проект. Детский проект. Его делают только дети. Взрослые без тьютеров. Взрослые в этом не участвовали. Это их личная инициатива вместе с оператором. Монтируют тоже дети. Вот та игрушка, которая в руках у девочки, это ее личная вещь, которую она не давала никому, но разрешила использовать в проекте. Наше шоу талантов, и Соня танцует танец живота вместе со всеми. Это проект о Соне. Это ей подарили ее проект, который сделали для нее лично. Проект о Соне Никифорова. Это награда. Она получает свой Оскар за те достижения в лагере, которые она совершила. Вы видите, что меня рядом нет в конце. А это итоговая рефлексия дня. Подведение итогов — самая чистая комната. И Соня каждый день была в числе лидеров нашей смены. Это последняя минута. А это в последний день лагеря они сделали проект, который называется «Карта дружбы». Около каждой фотографии дети нарисовали много-много стрелок, с кем они познакомились в этот день и в лагере, и написали добрые слова каждому участнику этого лагеря. Мы с собой привезли вот эту вот нашу большую 5 метров, нашу карту дружбы, которая... Можете посмотреть. Инклюзия. Шоу талантов. Видите, я сопровождаю другого ребенка. Меня Соня отпустила. Она в свободном плавании. Была ситуация, когда нужно было мне
сопровождать двух детей, которые одновременно дали поведение. И тут у меня была Соня. И я подключила ее к одному ребенку, показав, что нужно делать. И она справилась с его поведением, успокоив его. Она сделала ребенку массаж. На самом деле, вот такой получился лагерь. Мы хотим сказать огромное спасибо всей команде фонда «Обнаженные сердца» и замечательной Кэтлин Тейлор за то, что показала нам вот эту реальность, которую мы воплотили в нашем лагере. Дорогая Мо, мы хотим вам подать вот этого ангела. Этот ангел сделан руками мам детей с ограниченными возможностями, которые были в этом лагере. И мы хотим вам также вручить благодарственное письмо, такое же, как получали наши педагоги в нашем лагере, за тот вклад в развитие системы сопровождения на территории нашего края, который вы внесли. Спасибо. И отдельное спасибо от меня, потому что я не была на обучении в Америке, но вы так воспитали тренера, что она смогла транслировать этот опыт. Я сумела, я смогла. Спасибо. Спасибо большое. Ну и на самом деле, если мы подумаем о масштабах, Красноярский край, он сколько Франций? 2 или 3, да, ну как-то много. Вот, так что это мы рады, что вот этот вот проект, который начался как очень маленькая вещь, сейчас распространяется и во многих местах идет. I just want to say that is amazing. Я хотел бы сказать, что это просто замечательно. All of you, what you've done. Все, что вы сделали. But it is so refreshing for us to know that we're giving information to you all. Для нас важно, освежающе, ободряюще. And then you're taking it to you. Вы ее можете использовать. And the rest of the Nizhny team. И вот команда. And the rest of the St. Petersburg team and the Moscow team. И в Москве и в других городах. And the other thing that I heard was that you're training people to work at camp. Вы людей учите работать в лагере. But it's not staying just at camp. Но это не живет только в лагере. It's going out into the schools. Это идет в школу. It's going out into the homes. Это идет в дом. It's going out into the community. Это идет в местное сообщество. So what we know is that our camps benefit our campers. Но и мы понимаем, что лагерь помогает нашим ребятам, помогает семьям. They benefit our staff. Он помогает нашим сотрудникам. Because we are able to give to people with autism. Потому что мы имеем возможность давать людям с аутизмом. But the people with autism are able to give to us. Но люди с аутизмом имеют возможность давать нам. And that's our goal, is to teach more people. И это наша цель — обучить больше людей. That. Let us see. Ну давайте дальше пойдем. Where did our clicker go? Кликер у нас здесь. А мы вернем презентацию сейчас, да? It's not the PowerPoint. Oh, it's not ours. Okay. It will come in a second. Я говорю, что сейчас презентацию запустят, и мы ее ждем. Okay. Our hope for you all. Наша надежда, она в том. Is for you to know that this opportunity to train and to learn. Все могли понять, что это огромная возможность и учиться, и учить. Is something that can work in any setting. И это что-то, что может работать в любом месте. And so we feel really lucky to be able to kind of do the lecture part of the teaching. И нам повезло, что мы можем делать вот эту часть такую лекционную. Then be able to work with the children and the families and do the practical practice of it. А потом мы можем встречаться с ребятами и пропрактиковаться с тем, что нам нужно делать, и когда мы встречаемся с семьями тоже.
then to do the follow-up here. А потом мы можем здесь встретиться снова и обсудить, что у вас получается. And then the fourth phase is that Tanya and Slava and I got to go to a couple of your camps. А четвертая стадия, собственно, проекта заключается в том, что вот у нас сейчас появилась возможность, когда Таня со Славой и Кейтлин могут приехать в ваш лагерь. We were able to go to Chelyabinsk last year. Мы, соответственно, были уже в Челябинске. We were able to go to Nizhny, which was just a gift this year. Мы были в Нижнем, и это был такой подарок. And hopefully someday we'll be able to go to other camps. И мы надеемся, что у нас будет возможность поехать и в остальные лагеря. But we know that you guys have become the teachers now. Но мы также знаем, что вы сейчас становитесь сами учителями. And you're changing the way people believe and think. И вы меняете то, во что люди верят, и то, как они думают. I just want to end with one small story. Хотелось бы вот нам одну на завершение маленькую историю рассказать. About a boy named Alex. Про маленького, в смысле, про молодого человека, которого зовут Алекс. And he has severe autism. У него тяжелейший аутизм. He would never be able to go to a different country. И он никогда не сможет поехать в другую страну. Because he wouldn't be able to understand a plane ride. Ему трудно понять, что там такое, зачем самолет. And it just wouldn't be feasible for him to travel. И просто не очень для него, честно говоря, реалистично путешествовать. And I want you to know that people in Russia have learned. И вот хотел. People in Russia have learned from us at camp. И вот люди в России от нас научились многому в лагере. But we have learned from you too. Но мы от вас тоже научились. I take notes every time I'm here. Я все время, когда здесь, что кое-что записываю. And I take those notes home. И я привожу свои заметки домой. И мы пытаемся это делать, то, что мы от вас украли. But people kept saying, oh, the Russians, they're so lucky, they came to America. И вот все говорят, а, этим русским повезло, они там в Америку съездили. But Alex's mom came to me. А вот мама Алекса пришла к ней. And she said, you know, Alex will never ever be able to go to another country. Знаешь, Мо, вот мой сын никогда не сможет поехать в другую страну. But you brought a country to him. А вы ему, ты ему в лагерь привезла. And he loved his Russian counselor. И ему так понравился его русский сопровождающий. And who knows, maybe he dreams in Russian. И может быть, может, он теперь сны видит по-русски. And so our children with autism and our staff are benefiting from you. И мы учимся от вас. And our families really like it that we have an international. И на самом деле семьям очень нравится, что сейчас такая появилась возможность, и лагерь стал международным, и там появились русские. So we just want to close and thank you so much for listening and an incredible job our camps have done. На самом деле хотим подойти к завершению и сказать спасибо, что вы нас так внимательно слушали. И time for questions. Yes, and time for questions. И у нас теперь время как раз на ваши вопросы и на такую более открытую беседу, поскольку у нас просто сегодня будет еще с Кейтлин другая активность, мы не сможем до шести работать. Светлана, спасибо огромное за сегодняшнюю секцию нашу. Хочу выразить огромную благодарность всем молодым ребятам. Просто возраст ваш потрясает, и результаты тоже. Я просто завидую белой зависти, что есть такие сотрудники в организации. Я не представлюсь, меня зовут Наталья Евтеева, я руководитель Хабаровской инвалидной организации «Реальная помощь», и вполне возможно, следующий город будет Хабаровск, куда тоже интегративный лагерь. Дело в том, что я мама 20-летнего ребенка уже с аутизмом, у меня сын, и когда он еще был совсем маленьким, я всегда думала, ну невозможно же все время заниматься, нужно же заниматься и досугом. И когда я с родителями делилась о том, что нужно поехать на море, у нас рядом Приморский край, такие есть природные возможности, то родители не совсем меня поддерживали, думали, что все-таки нам не надо отдыхать, надо все время заниматься. И сегодня, когда я вас слушаю, я понимаю, что стратегия была правильная. Мне очень повезло, я была дважды в США,
по двум обменным программам в Лос-Анджелесе и в Сент-Луисе. И после каждой поездки у меня была идея, и первый мой проект был «Теплый дом». Ага. Нет, я сейчас хочу... Да, я закончу. Нет, вопрос тоже есть. Ага. Да, ага. И я встретила очень много таких организационных трудностей, финансовых. Я понимаю, что вы приезжаете, помогаете научно, методически, практически. Здорово, что вы есть, а у нас такого человека не было. Насколько возможно, действительно, если мы напишем проект, обратимся в фонд «Обнаженные сердца» и наше сотрудничество может ли быть? Я хотела бы еще, чтобы уже сесть и замолчать. Хочу... Вы так рветесь ко мне? Я просто хочу ответить на ваш вопрос. В нашем городе, чтобы вы знали, что есть такой город далеко, в Хабаровске. Это мой сын как раз, то, что я строю, да. Святослав вам тоже. Спасибо большое. Нет, я просто, да, хочу, чтобы мы успели ответить на ваш вопрос. Я, наверное, должен на него отвечать, поскольку, собственно, других представителей фонда-то нет здесь. Собственно, вообще, зачем и секция это в том числе придумана? У нас, как вы видите, много сейчас получается в проекте уровней. Мы буквально два дня назад услышали от руководства фонда, что они хотят продолжать проект, что проект этот нравится, что у нас будет, видимо, мы надеемся, это все зависит от денег, не от меня, к сожалению, что у нас будет следующий конкурс для тех, кто еще не участвовал, то есть у нас будет вот этот первый этап базовый, и те, кто никогда не видел, они смогут поехать, но это опять же, у нас довольно много претендентов каждый раз там на место. Соответственно, есть определенные требования, гарантии с вашей стороны о том, что вы будете делать такую модель и так далее. То есть, соответственно, это будет. Плюс у нас, очевидно, будет продолжение для тех, кто уже был, но теперь может попасть в поведенческую команду, как, в общем, это было для коллег из Нижнего. И, собственно, если они, конечно, проведут хороший лагерь и покажут нам, что они, собственно, готовы вот на этот следующий учебный уровень перейти. И у нас, собственно, есть еще третья модель, когда мы приезжаем посмотреть куда-то, как оно уже идет. Нижнему досталось вообще все сразу. И им уже больше ничего не нужно, видимо, в жизни. У них уже жизнь большая достигла. Осталась только молодость у них больше. Вот, я шучу, извините, иногда довольно глупо. Вот, собственно, поэтому есть возможность обращаться, следите за тем, когда будут вот эти конкурсы все объявляться на сайте. Это зависит не от меня, не от Тани, не от Кэтлин, это зависит еще от всяких людей, которые собирают деньги, которые иногда важнее всего остального. Да? А ей переводят все в ухо, да, поэтому не волнуйтесь, можно громко сказать. Кэтлин, welcome to Хабар. Ага, у вас вопрос следующий. У меня вопрос такой. У нас участвовали дети-волонтеры. Половина из них первый раз столкнулись с детьми с аутизмом. И они спросили, а почему этому нигде не учат? И где можно этому научиться? Видите ли вы такое развитие событий? Я не очень понял, этому это чему? То есть вы имеете в виду... А вот, собственно, приходите завтра. Нет, приходите завтра, будет как раз про братьев, сестер и сверстников, да? Как раз Лориан будет об этом говорить. Вопрос такой, да, как бы, как, скажем так, да, фонд не планирует ли программу для вот именно, то есть для детей-волонтеров по работе с РАС, то есть вот, вот именно, чтобы такое волонтерское движение школьников, да, как бы, по пониманию, как работать с детьми с РАС. Ну, собственно, что мы делаем, да, мы вам пытаемся принести, вот у нас, как Таня говорит, есть фишка, мы пытаемся вам принести стратегии, которые доказали свою эффективность, чтобы они потихоньку вытесняли все те методы, которые зачастую финансируются и государством, и фондами, и некоммерческими, и некоммерческими, которые не имеют никакой эффективности, чтобы перестали там делать всякую ерунду, начинали делать все остальное. Кто это будет делать?
дети, взрослые, сотрудники, волонтеры в лагере, в школе, где-то еще. Наша задача – это помочь вам стратегии осознать, помочь каким образом учить и рассказывать сверстникам, да? А ваше дело вовлекать всех остальных, да? Я... I also want to encourage people. Я бы также хотел людей воодушевить, которые здесь присутствуют. To come tomorrow afternoon to Lorianne and I's presentation, because we will talk about how do we teach other kids about kids with autism. Мы завтра с Лориан вместе будем проводить вот такую же послеобеденную сессию про то, как мы учим детей помогать другим детям. Because we as big people can teach children with autism. Мы как вот такие взрослые можем учить детей с аутизмом. But other small people can really teach. Но вот реально-то small people with autism. Маленьких людей с аутизмом, только маленькие типично развивающиеся. But we need to know how to teach our peers and our siblings how to support their friends with autism. Нам нужно понять, каким образом мы можем учить их сверстников, им помогать, чтобы они лучше учились. We'll also talk about what it is like to be a brother or a sister of a child with special need. А также мы поговорим завтра о том, как каково это быть братом или сестрой, как у которого есть брат или сестра с нарушениями развития, с специальными потребностями. And the support that those individuals need. И каким образом мы можем помочь ответить на потребности, которые есть у них? Inclusion isn't about just putting everybody in the same room. Инклюзия — это не про то, чтобы всех запихать в одну комнату. It's about putting everybody in the same room and giving them the supports they need to interact with each other. Инклюзия — это когда мы всех в одну и ту же комнату привели, но и каждому дали разную поддержку, чтобы у каждого его потребности были удовлетворены. What we know is that people with autism need those 8 ways to support. Мы знаем, что людям с аутизмом нужны эти 8 способов поддержки. The peers need other things to help them be supportive. А сверстникам нужны другие вещи, чтобы их поддержать, чтобы они были эффективны. And then siblings need yet another piece to be supported. А братьям и сестрам нужны другие кусочки поддержки. So we'll be talking a little bit more about that tomorrow afternoon. Мы завтра об этом будем говорить. Отлично. Спасибо за вопрос. Another question. Спасибо. Меня зовут Никита, я сотрудник центра «Антон». И у меня вопрос по поводу, есть ли принципиальная разница, если делается лагерь для детей до 18 и для взрослых? Или принципиальной разницы нету, и 8 стратегий работают точно так же? Ну, то есть нужно ли что-то специально учитывать? И можно второй вопрос сразу. Если мы имеем дело с какой-то продолжением после лагеря, надо ли его специально как-то планировать, или это может быть отдельная история, только лагерь? Спасибо. Если мы делаем отдельную историю лагеря, надо ли учитывать при дальнейшем сопровождении, или ее можно делать отдельно, вот, только историю лагеря? Я тоже не понимаю вопрос, у меня, простите, я еще раз. That's okay. Let me try to answer. Ah, okay. Yeah. There is a continuation. Right. So, the 8 strategies. 8 путей поддержки. Are good for a child as little as. Хорошо, вот для вот такого мелкого, двухлетнего. All the way through adulthood. Вот до самого взросления. Now, the way you run a camp. Но вот когда for мы в лагере children, для маленьких детей or teenagers, или для подростков or young adults, или для молодых взрослых will look a little bit different.
будет все немножко по-другому выглядеть. Number one, the activities might be different. Первое, мы вообще другими активностями можем заниматься, потому что мы хотим, чтобы активности были в возрасту соответствующими. Number two, how long those activities are. Второе, как долго мы будем эти активности делать. Might look different. Это может быть по-разному. Sometimes our adults can do things for a longer period of time. Взрослые иногда делают подольше, чем вот мелкие. But what you want to think about is how could this person be more independent? Как эти люди 5-летние? What about 50? Yeah. Как насчет 50-летних? Я интересуюсь. I think it's really nice to see your camps for your young adults. Ну вот это очень интересно посмотреть, каким образом вы организуете лагеря для ваших молодых взрослых. Do all of you like to take a break and have a vacation? Вам нужно отпуск? And do something recreational? Вам самим нужно отдыхать и заниматься развлечениями? Just a little bit. We were having a little bit of fun last night. Вот вчера немножко мы там повеселились, поплясали. Those people deserve it too. We don't have an adult camp yet. У нас вот пока we don't have у них нет такого пока лагеря для молодых взрослых. We need to follow your model. Нам надо посмотреть, какие у вас модели уже есть. But eight ways of support. Eight ways of support would be the same. Но 8 стратегий поддержки остаются. Other questions. Еще вопросы. That was the second question. Oh, the second question. Second question was complicated question of how should we transfer the strategies from the camp to the to the another parts of the life. So the question was how do we take the 8 strategies and generalize them to their other life. Мы так поняли, что каким образом эти 8 стратегий надо после лагеря генерализировать на все на другие части жизни, так? I think sometimes children that are school age. Ну вот дети, которые школьного возраста. It's a little bit easier. С ними иногда полегче. Because we can teach the teachers to use them, and they already have this structure. Подучить, как там все структурировать. Our young adults, it's harder. А вот с молодыми взрослыми это сложнее. So we have to see where are they all day. Да, посмотрите, они вообще где в течение дня. Can we get into their workplace if they have a job? Если у них работа, и можем ли мы туда получить доступ на эту работу? Or do they go to a rehab center? Или они ходят на какую-то реабилитацию? Or are they at home? Или они просто дома сидят? But I think it's more challenging with adults. Ну, конечно, со взрослыми это больше проблем по сравнению с детьми. Yeah. Lorianne saying, yeah, that would be it is in our place anyway, harder. Ну, у нас посложнее, да, вот мы в лагере это делаем, а потом как вот в реальную жизнь перенести, оно бывает посложнее. But what I know is that young adults use these 8 strategies in their workplace. Вот они у них пользуются этими же 8 способами там, где они работают. And that helps them work. Если у них есть работа, они это и дома используют, Thank и на работе. Спасибо за вопрос. Any more questions? Еще вопросы? Everybody wants a break. Все хотят от нас отстать. Ниль. Как можно использовать эти 8 стратегий? Нужно ли ссылаться? Авторская это методика или нет? What about your copyrights? What about your copyrights? My copyrights? For the She's asking. You just need to talk to Slava about that. Говорит у Славы, купите ее права. Да нет, конечно, вы можете использовать. Конечно, будет здорово, если вы будете на МОЗ ссылаться. И у нее книжка вот сейчас вышла только что в Штатах про этому поводу. И, соответственно, конечно, если вы будете использовать какие-то элементы презентаций наших ли или наших коллег из регионов, ну, хорошо бы, если бы вы говорили, что вы взяли оттуда это. Ну, in what's it? Ну, и это не то, что она там придумала.
Это вообще практики, основанные на доказательствах. Это просто исследование. И мы знаем, что это помогает людям в Америке. Да, умер у нее микрофон. Ну вот больше у нее микрофона нет. Это, видимо, естественный конец наш. Нет, you will get that now. Нет, не будет. Давайте еще вопросы. Валентина, город Улан-Удэ, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Меня интересует такой вид из 8 стратегий, как успокаивающие сенсорные ситуации. Когда и как они включаются в расписание, или они используются как подкрепление? That's a really good question. Очень хороший вопрос. First of all, во-первых, to teach that would take a long time. Это большой вопрос. И чтобы вам это все рассказать, нужно много времени. But what I can say, но что бы я сказал, is that sometimes sensory input, иногда сенсорный вход, is used to help someone get ready to learn, просто используется, чтобы помочь подготовиться к тому, чтобы учиться. And that's when we put it right in the schedule for the day. И тогда мы это включаем в расписание. And sometimes, а иногда, sensory input can be used as a reinforcer. Активность может использоваться как подкрепление. And so it's a hard call. И это такой непростой вопрос. But I like to put sensory input throughout your day. Я бы хотела, чтобы сенсорные ощущения были в разной части дня. Because it helps people be at that good place to learn. Потому что это помогает людям оставаться в хорошем состоянии для того, чтобы учиться. Just like all of us have been sitting for a long time. Как вот вы здесь все сидите. We're kind of tired. Мы все уже and our eyes are a little bit saggy. И нам уже все сползает. And we're going to get up and move around. И походить. And then our brains are going to be more ready to learn. И наши мозги заработают получше. That's getting sensory input. Это вот о том, как вот наш сенсорный вход. To get yourself ready. Чтобы помочь нам быть готовыми для обучения. Я хочу прокомментировать немножко. Самая большая опасность сенсорной интеграции заключается в том, что если она используется без понимания поведенческих стратегий, вы можете легко закреплять нежелательное поведение. Как мы видим, да? О, классно, мы сейчас все создали сенсорную диету для ребенка. Я подошел к Маше, шепнул ее ногу. Она меня говорит: ой, Слава, пойдем, ты, наверное, устал. Я отведу тебя в такую классную комнату, там будут качели, и я буду там качаться на качелях. Что я в следующий раз сделаю, чтобы получить мои качели? Я снова пну Машу. Да? Вот мы должны понимать, что сенсорные штуки, они просто инструменты, и они разные для всех детей, и они не могут использоваться сами по себе. Вот сейчас люди учат просто сенсорную интеграцию. Это большая опасность, потому что мы видим, что в итоге дети не могут ходить в школу, потому что они научились дурным, нежелательным поведением получать то, что классно их развлекает. Да? Поэтому будьте с этим, главное, осторожны и понимайте, какой смысл вы в это вкладываете. А я еще хотел маленький комментарий сделать по поводу авторских прав и того, что такое методы, основанные на доказательствах. В принципе, вот то, что мы с Таней делаем, мы стараемся брать информацию из того, что называется systematic review, это вот систематические обзоры, которые публикуются ежегодно, публикуются разными профессиональными сообществами. В основном мы ориентируемся на американские, просто потому что больше литературы, и наиболее они подробные. Вот, допустим, пример систематического обзора 2014 года по помощи детям и взрослым с аутизмом. Они взяли 23 тысячи статей. 23 тысячи, можете себе представить?
Это не то, что МО придумало. Они их прогнали через экспертный совет, оставили только 400. Это 400 статей, в которые все, соответственно, основаны на огромных исследованиях с сотнями детей, которые, собственно, и показали, что эти вещи работали. Не то, что там я создал методику имени себя, сказал, что это классно, предложил вам за нее еще лучше заплатить и разбавил парочкой там цитат из EBA, да, вот это вот то, что мы часто видим. Нет, мы должны делать то, что мы знаем, что оно работает. Оно не имени Кейтлин Мо Тейлор. Было бы классно поставить ее бронзовый монумент и написать, вот это все принадлежит ей. Но, к сожалению, это придумано большими группами ученых, вот, которые над этим трудятся, в общем, по всему миру. Я, похоже, всех убил своих комментариев. Но если вопросов больше нет, мы тогда должны вам сказать большое спасибо. And I just want to say, I think it is really brave of the people. И это было очень... From Russia, who have come to the States and worked with us at our camp. It was a big challenge. We know it was a hard job. Это было нелегко для людей из России просто взять и приехать к нам в лагерь. Это был героизм настоящий проявлен. But I want you to know that you made a difference. Но я хочу сказать, что вы сделали что-то такое, что изменило мир. You made a difference to our whole camp. Вы изменили наш лагерь в Америке. You made a difference to the families and our kids with autism. Вы изменили жизнь многих семей, у которых есть дети с аутизмом. And I am so proud because now you are making a difference in your own country. А теперь она еще так горда, что вы делаете, вот, меняете еще и мир в вашей стране. So it has been an honor to be on that journey with you, and thank you so much. Это так классно быть путешествующим вместе с вами. А у меня на самом деле такое еще одно. Мо, с днем рождения! Сегодня у Кейтлин день рождения. Давайте споем ей, только у меня нет слуха, это Таня будет делать. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kathleen, happy birthday to you. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Все? Thank you. Нет, теперь все. Все. Вот ясное начало, ясный конец.